уличных акций протеста. Манифестанты требуют ухода в отставку правительства и премьера Хайренса Гюрчина. Полицейские утверждают, что задержанные были в нетрезвом состоянии и вели себя агрессивно. На акцию протеста в Будапеште в минувшие сутки пришло рекордное число людей – 50 тысяч. Впрочем, по мнению аналитиков, премьер-министру Гюрчиню удастся сохранить свой пост, несмотря на акции протеста. Вот уже неделю подряд на митингах венгры требуют отставки премьера. Ранее в интернете появилась запись его разговора с чиновниками, где Гюрчин признавался, что за год он ничего не сделал. Более того, премьер говорил, что это он все врал об экономических успехах, чтобы его социалистическая партия смогла победить на выборах. После этого и прозвучали требования, чтобы Гюрчин ушел в отставку.